9 мая, но на парад Победы на Красной площади не пойдет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства. По его словам, Зимон использует это время для переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицем. Пресс-секретарь добавил, что президент Чехии во время своего визита в российскую столицу вооружил венок советским воинам, погибшим за освобождение Чехословакии, а также почтит память погибших во Второй мировой войне. Пресс-секретарь подчеркнул, что это решение не имеет никакого отношения к критике, которая звучала в последние дни в отношении визита Земана в Москву. Германия надеется, что на переговорах в Берлине в нормандском формате обсудят пакет мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщил посол Германии на Украине Кристоф Вайль. Политические ожидания абсолютно ясны. Они состоят в том, что пакет Минских договоренностей должен быть выполнен в полном объеме. Ничего нового не будет. Речь идет о договоренностях от 12 февраля в Минске, заявил Вайль. Встреча пройдет 13 апреля в Берлине. Планируют зайти несколько крупных туроператоров России, в том числе «Турист», «НТК-турист» и «Библиоглофус». Об этом сообщила министр курортов республики Елена Юрченко. По ее словам, крымские чиновники заинтересованы в создании одинаково равных условий для всех туроператоров, как крупных российских, так и местных. Также министр уточнила, что «Библиоглофус» выступает с предложениями заброски госздравниц. Туроператор начинает сотрудничать с трансавиакомпанией. Авиакомпания ежедневно будет осуществлять вылеты из Москвы и трижды в неделю из Санкт-Петербурга. В то же время «НТК-турист» анонсировал полетную программу из регионов России в Крым. Некоторые модели Apple Watch, цена на которые варьируется от $299 до 10 000, были полностью раскуплены в течение нескольких минут. Об этом сообщает Financial Times. Более дорогие модели стоимостью от 10 000 до 17 000 долларов были проданы в течение нескольких часов. Фанаты Apple в очередной раз доказали свою лояльность бренду. В отличие от